People, people in Russia still that, say that today. In, there are politicians in Russia today who want to put you on trial for treachery. They call you a traitor, and they do believe that Vladimir Putin is going to restore Russia's pride by, in essence, rebuilding a a latter-day Soviet empire. I think if he does it, it... что больше вы знаете, чем мы. Да, у него есть линия на консервативная. И это наносит удар по демократии. Это сковывает силы народа. Но это как бы дает лучше правительству управлять делами. Нет, не так все, не так все это благополучно. Сегодня в России ситуация очень напряженная, и Россия нуждается и в спокойной, твердой политике, но демократической. Целая группа есть спекулянтов, политиков, которые еще с первых дней, когда стал распадаться Союз, все время тянули Горбачева на суд. Теперь они снова появляются, всплывают. Ну, знаете, это лишь говорит о том, что процесс обновления страны, ее глубокое укоренение дем демократии, формирование новых сил и новых поколений у власти, он идет только, он не завершен. Потребуются годы. Я говорю, что нам потребуется 25 лет.